Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, ну, так, чтобы вы помнили. И сегодня у нас новый выпуск «Зажигалки». Я надеюсь, вы к нему готовы, потому что мы готовились. Вы знаете, мои друзья стали часто меня сейчас спрашивать: «Оля, зачем тебе этот влог? Зачем тебе этот YouTube?» Знаете, есть цель. Все-таки цель есть, и она заключается не только в наборе подписчиков. Прежде всего, она заключается в том, что мне очень хочется воздействовать на большое количество умов, заставить вас начать хотеть, раздражаться, беситься и, главное, менять свою жизнь. Менять. Так, как это сделала я уже больше 10 лет назад. Есть такие моменты, которые не забываются. И я прекрасно помню свою жизнь, я прекрасно помню то, как мне постоянно хотелось, и как я все время искала ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы, блин, пересесть из этого троллейбуса, чтобы забыть о грязном парадном, чтобы наконец-то жить в своей квартире, чтобы ездить на классной машине. И если вы задаетесь этим вопросом, это очень круто, потому что большинство людей по-прежнему ждут. А некоторые даже не ждут, некоторые даже смирились, что все это не для них. И, в общем-то, сегодня именно эту тему я решила поднять. Я решила ее поднять по одной простой причине, потому что мне-то периодически начинает казаться, что все живут круто, что я и мои друзья ходят в рестораны, ездят отдыхать. Да, нам стало сложнее, да, может быть, не всегда можно потратить столько денег, сколько хочется. Вот, уже заикаюсь. Но в принципе-то все можно, все есть, и машина есть, и квартира есть, и одежда есть, и все существует, все нормально, но да, хочется больше. Но у меня есть такая себе связь с общественностью, это, конечно же, моя мама. Потому что, когда мама приходит, она, знаете, вот есть такой хэштег «сын маминой подруги», да, по-моему. А вот я знаю все про маминых подруг-дочерей, и про их детей, и вообще про всех. И оказывается, что дети ходят в обычные детские садики, и оказывается, что у людей зарплаты меньше $200. Оказывается, что жизнь у многих по-прежнему хреновая. И в моем случае изменилось только окружение. Ситуация-то не поменялась. Люди по-прежнему живут бедно. И что самое грустное, многие ждут, что кто-то что-то изменит за них. И вы знаете, я сегодня решила просто тему сделать у программы «Кто спасет нас от бедности?». Потому что за последнее время в стране, в которой я живу, это Украина, да и в частности в мире, произошло вот какое-то огромное изменение. То ли я стала на них смотреть, но все как-то, знаете, катится, катится, катится. И почему-то люди ждут, что что-то будет меняться, что кто-то что-то им даст. И я подумала о том, что я как-то редко поднимаю политические, экономические темы, но разочек это сделать можно. И, недолго думая, я решила отправиться в гости к своему другу Геннадию Балашову. Знаю, что многие сейчас улыбнутся, потому что многие из вас узнали меня именно тогда, в далеком 2012 году, когда я была приглашена на шоу, о котором не имела ни малейшего понятия и попала в настоящий стресс. Но я держалась молодцом, как могла. И сегодня я решила отправиться к Геннадию, потому что это человек, который имеет непосредственное отношение как к политической части, так и, собственно, к бизнесовой. И вообще является весьма интересным персонажем. Но, если честно, то я просто соскучилась. Поэтому сегодня обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что будет жарко, обещаю вам. Сегодня мы будем говорить и об экономике, сегодня мы будем говорить и о политике, сегодня мы будем узнавать, где, собственно, прячутся большие деньги, и есть ли надежда, нужно ли что-то ждать, и что вообще с этим делать. Так что обязательно досмотрите этот выпуск, напишите все, что будет приходить вам в голову, поставьте мне лайки, дизлайки, что угодно, главное, не оставайтесь равнодушными, потому что именно равнодушие – это полный пипец, а все остальное – это круто, так что смотрите до конца. Геннадий, что вас зажигает? Вот есть что-то такое, от чего вы получаете, ну, неимоверное удовольствие? Да, а вот на эти... что вы тратите деньги? Вот, ну, в быту. Ты начинаешь находить казнокрада где-то. Или сына прокурора. Или еще кого-то. У меня вот это уже четвертый кризис, там мы переживаем, угу, там, в жизни. Экономический, спад, подъем. Ну, это же. Может быть, вам любовницу новую какую-то завести? А что такое надежные бизнесы? Бизнеса как такового, в принципе, очень мало в нашей стране. А на какую сумму у вас недвижимость сейчас, вот если бы ее продать? Вы думаете, когда ваше время наступит с партией? Надо финансовый героин. Я, может, научу. Зарабатывайте. Зарабатывайте.
Я на самом деле рада нашей встрече. И сегодня посмотрела, что оказывается в 2012 году было наше знакомство. Это же обалдеть, сколько времени прошло. У вас не идеальный сайт, я залез на него. Мы их называем бизнес-чепушил. Поэтому, да? Наверное, вы просто перепутали меня. У вас много эфиров. У вас сразу идут свадьбы. Я общалась с Путиным. Он сказал два слова. А что значит баловать? Ну, любить целовать – это баловать? Вам не интересно общаться постоянно? Да, жизнь бежит, и с каждым годом все быстрее. Мы живем 10 лет в кризисе. Это, в принципе, сказывается на эмоциях, на всем. В принципе, ожидание чуда у Украины не произошло. Угу. Мы хотим быстрее перемены, чтобы происходили, они не происходят. Вот. Поэтому у многих предпринимателей опускаются руки. А у вас? А у меня тоже какое-то время опускаются, потом опять поднимаются. Всегда занимаюсь самомотивацией. Ну, это, кстати, очень хорошая тема для начала, потому что люди, которые уже опускались, поднимались, уже этот навык как бы есть, и все равно это непросто. А очень многие, они же не успели еще даже попробовать ощутить вкуса победы, и вообще какое-то такое обезверение. Ну, когда идет кризис, людям очень тяжело вообще начинать. Я начинал бизнес в 88 году, 89 год, это был подъем. Угу. Освободили кооперативы, то есть начали создавать кооперативы, частные предприятия, и огромное количество молодых людей кинулись вот это все открывать, осваивать. А сейчас, когда начинаешь думать, а какой бы я бизнес открывал и посоветовать молодому человеку, весьма проблематично становится. Советы начинаются самые нелепые. Знаешь, что в нашей стране ты хочешь зарабатывать деньги, хочешь миллионы, иди в госпредприятие, коррумпируйся, иди к чиновникам, коррумпируйся. Это единственный способ заработка для наших людей, чтобы подняться. Ну и вторая часть, это, конечно же, это новые технологии какие-то. Ребята все-таки открывают какие-то компьютерные компании, появились эти криптовалюты, и там они тоже варятся. Они могут быстро заниматься чем-то, рисковать, проигрывать, подниматься, но неважно. Надо заниматься этим делом. И, к сожалению, советов нормального бизнеса я на сегодняшний день, чтобы человек изменил свой социальный статус, я не могу дать. В недвижимости у вас 2-3% заработок. Это надо так много недвижимости иметь, чтобы зарабатывать хотя бы на пропитание. Или какой-то поделки какие-то делать, вообще ничего не делать. Получается, что весь материальный мир как будто бы замер и вымер, и люди не могут зарабатывать. Поэтому многие побежали в инфобизнес, начинают читать лекции, даже не зная ничего, как читать эти лекции, все равно читают. И вот эта вот нацеленность на это, в принципе, то, чем мы занимаемся. Даже люди, которые говорят вам, что вот у меня нормальный бизнес, если ты его пошкребешь, поцарапаешь, ты начинаешь искать источники вложений, кто вложил, ты начинаешь находить казнокрада где-то. Или сына прокурора, или еще кого-то. Ну, то есть в большинстве случаев сейчас как бы работают ремесленники, да? Те, кто сами на себя что-то пытаются каким-то образом... Самозанятость есть, но они так мало получают, что они превратились в подённых работников. Вот как был раньше рабочий класс, вот эти все ремесленники, или там ресторатор, или открыл какое-то кафе, он вынужден работать сам, как каторжанин на этом кафе, и зарабатывает крайне мало. Обычно они находятся в аренде, и все уходит в аренду, плюс покупательная способность низкая. Да. А я люблю все на себе попробовать. Вот даже при офисе я понимал, что нужно активизировать бизнес на недвижимости. Поэтому вот этот офис, тут и партия, тут и агентство недвижимости, тут и кафе, тут и цветочный магазин. И вот я когда открыл кафе, я начал понимать, что ребята и на этом не поднимутся. То есть даже совет такой не могу дать. Потому что даже на своем помещении ты вытаскиваешь максимум 1300-1400 долларов в месяц. Это при том, что ты все время рискуешь, что... А когда маленькие доходы, ты рискуешь, конечно, налоговая придет. Там сейчас Министерство труда начало выдавать циркуляры. То есть тебя просто оштрафуют один раз, и тебе весь бизнес минус на полгода уйдет. Весь бизнес стал опасен. И начали давать такие очень простые советы: ребята, занимайтесь рискованными бизнесами. Там вы можете еще что-то ухватить. Вот. А рискованный бизнес – это вот эти решалы, эти взаимодействия. Ну и, конечно же, там криптовалюты. Там еще люди как-то крутятся. То есть сейчас не зря волна криптовалют такая идет? Она будет по-любому, волна будет еще больше, потому что мы, когда думаем о криптовалюте, почему я туда влез –
Потому что я понимаю, что если начнется золотая лихорадка, или крипто-лихорадка, или биткоин-лихорадка, это начнется где-то от 20 до 30 тысяч долларов. То есть как только он в эту зону войдет, и очень много бизнеса, которые владеют криптовалютой в огромных, там, миллиардами в долларах они владеют, они очень заинтересованы, чтобы это произошло. Потому что тогда можно будет продать биткоины и по 40, и по 50, и неизвестно, куда он может улететь. Но это возможность для молодых людей. Потому что они без отрыва от своего постоянного места, от кафешки, он, в принципе, может в телефоне шарить вот эти вот валюты, абсолютно рискуя. Потому что если они туда вложили, это большой риск. Ну, деньги же вообще без риска не зарабатываются. Ну, голубые фишки зарабатывают. Когда у вас подушка в 100 миллионов, вы зарабатываете по-любому. Потому что люди когда говорят, а чем рискуют вот, богатые? 10 миллионов? Я говорю, 10 миллионов ничем не рискуют. У него на жизнь есть, у него даже малый процент будет приносить достаточно денег. Поэтому если он не идиот и не пропивает, и не прогуливает эти деньги, а вложил в самый надежный, самый топорный бизнес, там, типа недвижимости, оно 3% по-любому придет. Поэтому... Когда большие деньги, эти люди ничем не рискуют. Они вообще даже думают по-другому. Они думают, как сохранить деньги, а не как приумножить их. А мы сейчас говорим об украинцах, у которых 95% вообще денег нет. И они в лучшем случае где-то подрабатывают, зарабатывают, щупачат. И вот этих людей жалко. Жалко, что они пропадают на этой территории. И даже когда они бегут в Польшу, бегут куда там, в Европу или в Америку, они там тоже превращаются в низкооплачиваемых работников, которые платят много налогов и очень мало зарабатывают. Потому что у нас любят приводить пример единиц. Да. Вот эта единица, она выехала в Америку, сделала бизнес и начинают всем рассказывать о ней. Это единица. А массово тысячи, десятки тысяч людей, которые выехали, ведут очень тяжелый образ жизни в любой стране. Так, вот вы, знаете, я вас и люблю сейчас за это, и боюсь за то, что вы, ну, такую правду-матку рубите, конечно, мало иллюзий оставляете. Мы людям должны понимать, где у них спасение. Для меня ведь тоже, я, так как я веду предпринимательский бизнес, я все равно хочу больше зарабатывать. И я вместе с ними. Я на таком же раздорожье, как и они. И я понимаю, что ситуация вся только потому, что очень мало денег на всей территории Украины. То есть их попросту нету, нет свободных денег, нет вот этого инвестиционных рисков, когда человек, да, открою ресторан, да, открою два ресторана, да, дам пацану, пусть развивается, может что-то... И все начинают зарабатывать. Сейчас таких денег, они просто исчезли, такие дурные деньги исчезли. Да, дурные деньги. А как вы думаете, есть у нас надежда на то, что они откуда-то придут? Вообще откуда они могут прийти? А, несколько источников, куда это кредитование все равно. Пока кредитование не открыто, ясно, что... Настроили огромное количество недвижимости в Киеве и продолжают строить. Стройки идут. А для кого это все? Это отмывка денег. Когда вы смотрите такое количество строительства, вы должны понимать, что есть застройщики крупные, они аффилированы с руководством города. Эти люди, зарабатывая на других потоках, им просто некуда деньги девать. И это лучший способ сохранить их на будущее. Таким образом, они их перекачивают в стройку, это все равно, что доллары строят, которые умножаются, по-любому на 2 умножаются. И они туда их кидают. Поэтому это ненормальный бизнес. Крупные застройщики – это уже бизнес такой, мафиозный. И строят на будущее. То есть им не надо завтра возвращать деньги. У них длинные деньги, у них длинное кредитование, часто свои деньги. Поэтому могут строить сколько угодно. И самое главное, у них же на сегодняшний день... Они не покупают землю в Киеве, они отводят ее. То есть получают бесплатно. То есть они очень много бесплатного получают. Потом, конечно же, и работников дурят, и минимизируют затраты. И таким образом выкручиваются. То, что могут делать крупные компании, так сказать, корпорации, то невозможно делать одинокому. Там, ну, конечно. Три человека. Поэтому это совершенно другие измерения. Вот в физике есть, да, там разные измерения, да. Вы одни можете явления наблюдать при малых числах, там, при микроуровне, а совершенно другие при больших массивных телах. Вот то же самое и в бизнесе происходит. Вот эти вот крупные компании, они думают совершенно по-другому. Они могут сосредоточить мозги, они могут нанять лучших, они могут подкупить всех, и они как вот едут и едут себе. А сейчас
есть немного цифр. Среднестатистическая зарплата украинца, я посмотрела, равняется где-то от 5 до 10 тысяч гривен в зависимости от региона. Это чуть меньше $200, там до $400, то есть это очень мало. И если раньше, например, зарплаты в нашей стране нормальные были $1000 при курсе 8, а сейчас у нас курс, по-моему, 26, то сами понимаете, что люди не просто не могут ездить куда-то отдыхать в нормальные страны, Египет-то сложно себе позволить. Одежда, как я уже говорила, стала очень популярной сегодня, это секонд-хенды. Ну, либо какие-то очень дешевые вещи, рынки, базары. То есть бедность в нашей стране на самом деле зашкаливает, и это абсолютная правда. Да, безусловно, мы видим и других людей. Я вам могу сказать, что есть в нашем городе и последние Бентли и так далее, и так далее. Но часть людей, как уже вы знаете, это люди, которые действительно стоят у власти, имеют совершенно другие ресурсы. И, кстати, со многими людьми, у которых какие-то крупные бизнесы, я пыталась связаться, и некоторых я даже знаю, и когда я с ними разговаривала и говорила о том, давай поговорим о твоем бизнесе, они все не хотят об этом говорить. И только потом я поняла, почему они не хотят об этом говорить, потому что бизнеса нету. Весь вопрос решается через определенные ресурсы. Через ресурс того, что кто-то когда-то приватизировал завод, через ресурсы откатов. То есть бизнеса как такового, в принципе, очень мало в нашей стране. И я, кстати, наблюдаю за тем, когда открываются совершенно неликвидные бизнесы, вроде ресторанов, каких-то салонов красоты бесконечных, которых нету людей, но на ремонты которых вложены и вообще потрачены такие деньги, которые в жизни никогда не отобьются. И я могу сказать, что таких компаний очень много, и мы часто на них смотрим и думаем, как они ведут бизнес. Да никак. Потому что, когда, например, мужчина, супруг там, или родители зарабатывают там, миллионы на каких-то заводах, то, поверьте, потратить 1 миллион на то, чтобы стоял салон красоты и прекрасная женщина, девушка этим занималась, как бы, ну, в этом нету никакой сложности. И Украина в этом плане страна контрастов. Я живу в достаточно дорогом районе, где квадратный метр стоит порядка 3-5 тысяч долларов, в зависимости там, от этажа и так далее. И могу вам сказать, что рядом со мной живут наши политики, министры, но живут и другие люди, и многие из них являются наемными сотрудниками. И вы можете сказать, а как они наемные, сколько они получают? Они получают несколько десятков тысяч долларов в месяц, я лично их знаю, и ну, некоторых из них. И я могу сказать, что это юристы в очень крупных компаниях. Это люди, которые приносят пользу, огромную пользу тем компаниям, в которых они работают. Поэтому нельзя говорить о том, что денег как бы ну, совсем нет или что все воруют. Безусловно, нет. Есть разные люди. Но то, что наш обычный, так называемый средний класс вообще исчез напрочь, это правда. Когда я занималась инфобизнесом и продавала тренинги свадебные, я могу вам сказать, что обычные люди, которые работали на работе, могли купить у меня тренинги по $500, потому что дешевле их не было, просто по 500, некоторые по 1000. И приходить и получать эти знания, пробуя себя в этом. Говоря сегодня о том, чтобы потратить $500 в зарплату, опять-таки повторюсь, у многих людей таких нету. Поэтому, конечно же, рынок весь просел. И, конечно же, то, что сейчас произошло в нашей стране, это огромная беда, катаклизм. И, честно говоря, я не знаю, есть ли из нее выход в глобальном масштабе. Потому что, опять-таки, никакое правительство, повторюсь, о нас не думает. Единственные люди, которые могут подумать о себе, это мы сами. Взять, абстрагироваться, перестать ждать, перестать плакаться, перестать думать о том, что, о боже мой, что же теперь с нами будет? С нами будет так, как мы решили. И это факт. И, кстати, единственное, что делает наше правительство сегодня очень круто, это повышает коммунальные тарифы, потому что коммунальные тарифы у нас выросли очень сильно, и для многих семей это 50% от бюджета люди платят, ну, от собственной зарплаты. Люди платят за тарифы коммунальные. А, кстати, если вам интересно, сколько платим зимой мы с мужем, зимой, потому что зимой включается отопление, последние цифры меня просто шокировали, потому что мы платим от 800 до $1000 в месяц за коммунальные услуги. И в этом, конечно, нашему правительству браво. Если бы это было 10% еще от бюджета, нормальной заработной платы, как это обычно в Европе происходит, то было бы вообще круто. Для многих людей сегодня коммуналка – это полностью убийство. Вы
часто рассказываете о том, как вы стали миллионером, да, уже миллионер так с названием книги вообще сопоставимо. Геннадий Балашов миллионером. Мне вот интересно, почему вы все-таки стали? Потому что очень маленький процент людей способен, несмотря ни на растущую волну, на падающую волну, вообще в принципе что-то сделать. Потому что ведь даже когда были дурные деньги, все равно было очень много бедных людей, ну, которые как бы забирали там то, что им швыряли с барского стола. Но все равно очень мало тех, кто способны в любые времена выживать, жить. Вообще, во многом и случайность. Иногда мы сами не знаем, чем начинаем заниматься, угу. Но когда экономика вся растет, да, вы чем не займитесь, вы все равно будете зарабатывать. Единственное, что люди по-разному сохраняют капиталы. Некоторые, начиная зарабатывать, начинают его тут же тратить. Угу. Поездки начинаются, машина, все. А есть люди, которые, начиная зарабатывать, они боятся тратить. Вот, возможно, эти и становятся богатыми людьми. Они продолжают реинвестировать. И в конце концов превращаются в крупных. Достаточно крупных, чтобы выживать во время кризиса. Где грань между вот этим реинвестированием и все-таки жизнью здесь и сейчас? Потому что, ну, мне, например, да, всегда очень не хотелось там себе отказывать во всем в свои 20-30, потому что я же сейчас живу, и часто задаешь себе вопрос, ну нахрена мне это все будет в 80 лет? Может, я умру через день? 80 лет это надо будет еще больше. А, возможно, но все-таки. В молодости это люди не понимают, потому что они думают, что они вечные. С возрастом ты начинаешь понимать, тебе надо деньги еще больше. Потому что если в молодости на лекарства не надо было хорошее, то тебе в будущем надо будет. Тебе на реабилитацию, на то, чтобы вообще ничего не делать, нужны будут деньги. А для этого нужны спокойные бизнесы, надежные бизнесы. А что такое надежные бизнесы? Ну, то, что работает без вас. И то, что у вас нельзя забрать. Ну, я отношу к этому. Недвижимость, не поточный бизнес, да, вот как многие олигархи даже говорят, мы не передадим свои миллиарды нашим детям. Да. Они не смогут, потому что у них бизнес с потока. Возврат НДС – это не бизнес, это воровство бюджета. Присосаться к бюджету и к закупкам государством – это не бизнес, они этим занимаются. А те заводы, которые у них, не нужны их детям. И поэтому они понимают, что надо выкатить, кто-то сказал из олигархов, говорит, мы должны передать деньги детям и внукам. Потому что если мы передадим наши заводы, это все заберут. Вот поэтому вот правильно вовремя прийти и вовремя уйти. У меня вот это уже четвертый кризис, там мы переживаем там, в жизни. Экономический, спад, подъем. И ты сейчас обратно возвращаешься, вот здесь бы я бы делал не так. Вот здесь бы я продавал бы. А мы всегда пропускали это дело. Сейчас уже понимаешь, что вот эти вот волны, они постоянны. Они могут затяжные быть, не затяжные, но они постоянные. То есть, если есть спад экономики, то обязательно будет подъем. Вот то, что сейчас нас успокаивает, я, правда, собирался в 2017 году подниматься. Уже 18-й идет, уже март месяц, а сейчас объявили, что завтра или послезавтра опять заморозки. Это расстраивает, потому что я уже весной живу, летом. Вот. Но мы все равно, вот лежа на дне, а сейчас можно считать дно по недвижимости, по всем, по любому бизнесу. Но это уже хотя бы дно, потому что мы год назад, я думала, что это уже дно, а оказалось, что оно еще не дно. Ну, у нас для недвижимости элитное дно давно. Мы как бы достигли его, оно просто вниз уже не идет. Никто не продает уже ниже 2000 долларов, поэтому уже дно есть. Оно нащупано, ниже уже все, но там, может быть, какие-то сумасшедшие могут продать. Нормально, значит, ждем, когда будет, когда нальют воду в бассейн. Короче, наш бассейн сейчас пустой, и мы в нем вот это вот кто как выживает. А на что тогда в такие моменты жить? Вот это та подушка, которая люди, которые не накопили и не имеют, они, конечно же, сейчас как ошпаренные бегают и хватаются за любую работу, чтобы хоть где-то заработать на текущие расходы. Многие снизили свои расходы, как до него я нет. Я, по-моему, сильно нарастил. То есть вот что вы тратите деньги вот в быту? В быту мы тратим на еду. Угу. Это немного. У меня дом большой все-таки в городе. Вот на это тратим. Газ сейчас дорогой. Ну, я слышала, смотрела интервью, вернее, с Олесем Тимофеевым. Вы сказали, что вы 20 тысяч долларов тратите. Примерно мне приходится сейчас вытаскивать где-то 20 в месяц. Ну, по сути, ну, как бы я свой уровень сужу, знаю, сколько я трачу, и как бы если для нормального человека это космос, я понимаю, что, ну, по сути, это базовые какие-то вопросы. Это базовые, я хотел бы тратить больше. Да.
Поэтому я вынужден себя жестоко ограничивать. Вот, я это хотела знать. Мне же важно знать, что не только я страдаю. Хочется больше, это уже хорошо. Вам, кстати, всегда хотелось большего? Всегда не хватало. Угу. Всегда впритык. То есть ты поднимаешься на каждый новый уровень, у тебя всегда впритык. Люди некоторые считают, что ну вот у меня была бы такая сумма, я был бы абсолютно счастлив. Глубоко... То есть мир так раз откроется, что ты поймешь, что у тебя вообще ничего нет. Геннадий, что вас зажигает? Вот есть что-то такое, от чего вы получаете, ну, неимоверное удовольствие? Это может быть даже к ошибкам людей, многим относятся, угу. что они не называют себя значительно. Вот мне кажется, что я все-таки с детства пытался назвать себя значительным. Хотел быть больше, чем я есть на самом деле. Вот. И люди должны научиться все-таки себя, вот слово такое модное, брендировать правильно. Угу. Потому что они, как правило, себя брендируют неправильно. То есть не называют себя чем-то великим. От этого могут жить всю жизнь Голопупкиными с такой фамилией. Хотя в ум не придет, просто поменяй фамилию на значительную. Стань кем-то значительным. А, назови себя кем-то значительным. И у тебя может поменяться вообще жизнь. И тот бренд, который ты себе принял, потянет тебя наверх. Вы думаете, когда ваше время наступит с партией? Вот есть какие-то предпосылки, анализ для себя, что вот когда... Когда люди начнут быть либертарианцами. Меня очень восхитило вот это криптодвижение, как они начинали, когда биткоин только появился, 2009 год, да, они были все бешеными энтузиастами. То есть появилась новая цифра, новая техническая возможность, кто-то майнил на простом компьютере вот эти вот цифры, и они даже не могли рассчитываться, потому что никто же не принимал эти цифровые деньги. Да и кто мог предположить, что их когда-либо будут вообще принимать? А они назначали эти анархокапиталисты, встречались где-то там в поселках, говорили, будем покупать только за криптовалюту, между собой рассчитываться. Они были бешеными энтузиастами. И каждый следующий скачок этой криптовалюты, это были энтузиасты-либертарианцы, самые настоящие. Причем они заходили не с политической позиции, там, ну, стать политической партией, организоваться и выиграть выборы. Они заходили через технологию. Технология разрушала государство. И на сегодняшний день государство мира, ни ЦРУ, ни ФБР не контролирует биткоин. Никто. Нету человека, которого... И даже меня восхитило вот это, кто там, группа это создала. Но они придумали этого Сатошу Накамото, которого не видели в глаза, не видели, Святой Дух. То есть человек, который, возможно, это создал, даже отказался от славы. Ради идеи. Можете представить? Это самое большое, чем он пожертвовал. Потому что, в принципе, этому человеку сейчас Нобелевскую премию могли дать. У него там 700 тысяч на кошельке этих биткоинов, что соответствует там, миллиардам. А его нету. К кошельку никто не прикасается. Он даже пожертвовал своим именем. Кто это сделал? Или это группа какая-то? Они пожертвовали, они все безымянные. Вот это восхищает, когда люди ради идеи вот этой разрушить контроль государства, разрушить денежную систему старую, потому что она тормозит сейчас развитие общества, привнести что-то новое, этим жертвуют. Вот такой уровень. Когда мы лет через сто к этому придем? Очень быстро все происходит. Быстро. Потому что если начнется это сумасшествие с криптовалютой, во что я очень верю, почему я намертво и партию, и себя, свое имя поставил на биткоин? Говорю, я вложился, и теперь, если биткоин упадет и разорится, то ясно, что все остальное разорится тоже. И если он попрет вверх, я на этом бренде поеду вверх. И буду говорить, ну я же вам говорил, что вот оно будет работать. В этом интересно. Ставки сделаны. И у меня ставка на совершенно новые деньги. Ну, в новое интересно верить. У меня нет доступа к старым деньгам, как и у большинства граждан Украины. Как бы они... У меня есть доступ к старой недвижимости, которая стоит мертвым грузом. А к новым, или как они, к новым старым деньгам этих коррупционных схем у меня не было никогда возможности и нету сейчас. А на какую сумму у вас недвижимость сейчас, вот если бы ее продать? Если вот так вот быстро, то больше 10 миллионов. А так, чтобы очень медленно, то может быть и 50, не знаю. О, ну серьезненько так. Ну ее много. Но это не значит, что мало хлопот. А как вы умудрились-то столько? Вы приехали с миллионом долларов, насколько я знаю. Да. И тогда по тем ценам вы купили... Тогда мы покупали и по 900, и по 1000. Она была какой-то период и 10, и 14. И я даже часто продавал дорого, но покупал тоже дорого. И кредитный портфель тогда был. И выкрутился, когда кризис начался. Спихнул часть недвижимости, чтобы закрыть кредит, иначе прозорился.
То есть тут разные ситуации были. И она накапливается постепенно. Некоторые люди думают, ну как он взял и купил на миллион? Так ты не накупишь на миллион. Это обороты. Ты одно покупаешь, продаешь, покупаешь, ремонтируешь, продаешь. Это у тебя все время оно наращивается. Вам нравилось это тогда? Очень мне нравилось. Я когда занялся... У меня была розница в Днепропетровске. Вначале кооперативные эти отделы, а потом все переходы города Днепропетровска в универмаги переделал. Потом Золотой базар был. И когда я там все передал, ликвидировал, переехал сюда, вот здесь мне очень нравилось, потому что я заходил в недвижимость, я должен был ее превратить в нечто новое. А что сейчас такое вот в том, что вы делаете каждый день, все-таки больше всего вам нравится? Вот есть сравнение. Ничего не нравится. Вообще ничего не нравится? Ничего не нравится. И никому не будет нравиться, когда нет достойного вознаграждения. Одно и то же. Может быть, вам любовницу новую какую-то завести? Нет, это или меня... старую? Я не знаю, обычно в таких ситуациях мужчинам говорят, нужен яркий секс. Может быть... Это все полная чепуха. Яркий секс надо нервным людям. Ой, что-то никак. Думала, как нормальный секс надо нормальным людям. Ну, спасибо вам большое за беседу. Мне было приятно. Мне все-таки хочется, вот мне хочется, Геннадий, еще раз с вами встретиться, но в тот момент, когда вы мне скажете, Оля, я что-то зажегся чем-то очень сильно, потому что я вижу сейчас все равно, что вы немножечко... Не, биткоин, это меня очень подняло буквально три месяца назад. Не знаю, я все-таки хочу вернуть Геннадия Забияку. Я не был никогда забиякой. Ну, вы были таким... Ну, вот ток-шоу «Шок-тоу» мы ведем вот такого плана. Значит, вот я хочу такого Геннадия увидеть. Хорошо. Спасибо вам большое. Надо финансовый героин. Да? А, ну, я, может, научу. Героинчик. Зарабатывай. Ну что, друзья, таким был этот выпуск. Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, больше таких выпусков не будет. И больше я не буду поднимать тем, которые связаны с политикой или с экономикой. Я сделала это только с одной целью. Мне очень хочется, чтобы вы наконец-то осознали, что где бы вы ни жили, чем бы вы ни занимались, самое глупое, что вы можете делать, это ждать того, что кто-то что-то изменит и сделает для вас. Да, мы можем предположить, что такое случится, но пусть это будет для нас приятным сюрпризом. И самое главное, что мы можем делать с вами прямо сейчас, прямо сегодня, это задать себе главный вопрос. А что я могу сделать для того, чтобы изменить свою жизнь? Чтобы не ждать, когда что-то станет лучше, когда случится что-то волшебное с экономикой, с президентом, еще с кем-то, а чтобы брать просто ответственность за свою жизнь в свои руки. Перестаньте ждать, пока кто-то повысит вам зарплату. Зарабатывайте столько, сколько вы хотите. Вы можете это сделать. Прекращайте искать отмазки. Иначе все, что останется, это сидеть и ждать многие долгие годы, а потом горевать о том, что ничего так не произошло. И дабы немного вас смотивировать, и я надеюсь, что эта программа дала вам определенный заряд, я хочу попросить вас прямо сейчас здесь написать в комментариях о том, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы хотя бы попробовать изменить жизнь и начать больше зарабатывать. Кроме этого, не просто написать это сейчас, а постараться в течение одной недели это выполнить. И ровно через неделю под своим же комментарием отписаться, что у вас получилось. Не пишите какие-то громадные планы. Поставьте себе выполнимые задачи, сделать первые шаги на пути к тому, чтобы что-то поменять. И мы выберем с командой троих человек, которые это сделают, которые не просто напишут, но у которых и получатся какие-то результаты, которыми вы с нами поделитесь, и подарим вам три книги от Геннадия Балашова, «Заметки авантюриста» или «Записки авантюриста», честно говоря, не помню точное слово, но это очень интересная книга, и я думаю, что мы попросим Геннадия поставить автограф на ней, для того, чтобы... опять-таки дать вам хороший толчок. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я буду рада любым вашим комментариям. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, потому что мы готовим для вас еще очень много интересного. Хорошего дня, друзья! А я пошла работать!